Привет, ребята, меня зовут Леонид 200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Бравл Старс. И сегодня мы с вами сыграем за новый скин под названием Феноменальная Шелли. Да, вот так. Вот такой вот скин. Вот видите. Да, но это перекрас звездной Шелли, который давали игрокам, которые играли с 2017 или с 2018 года. Ну, а я начал играть с 2019, вот, как вы видите, да. Поэтому мне этого скина и нет. Вот. Но зато у меня вот перекрас есть. Ну, она мне выпала сегодня из мегаящика. Да, сегодня два мегаящика давали. Кстати, ставь лайк, если вы уже открыли. Да, в одном мне выпал вот Феноменальная Шелли. Да, также мне дали значок на нее и иконку. А со второго мне выпала старая иконка на Макс. Да, вот видите. Я уже, кстати, почти все собрал. Мне еще на Пенни, по-моему, не хватает одной. И все. Ну, вон, снизу видите иконка на Шелли. Ну и значок. Сейчас покажу. Вот он, видите. Да, теперь у меня... Сколько их? 5 скинов уже, вот. Ну, точнее, 4. Вот этот, этот, вот этот. Бесплатно тоже давали, ну и этот. Ну что ж, и сегодня мы с вами за нее сыграем. Вот, ну, у меня тут давно уже есть пассивки. Так, ну что, погнали в награду с поимку, вот. Кандидата нет, потому что, ну... Не очень хочется там сливать кубки. А то мало ли мы будем проигрывать. О, кстати, тут уже этого пирата Гавса купил. Ну, он сегодня этот скин вышел. Так, тихо. Ну, короче, вот у нее, видите, какая основная, так, вот этими звездами типа стреляет. Блин, почти не убил Гавса. Так, что-то я это остановился сейчас. Все. Вот такой скин, значок. Только не анимированный. Не этот, какой. Не анимированный. Короче, без анимации значок. Так, я уже, кстати, кольта убил. Осталось убить. Надо еще кого-нибудь, двоих убить. Блин, кольта не успел убить. О, все. Мы сейчас выиграем. Надо одного убить. А, он, кстати, кто-то стоит. А, все, мы уже это победили. О, я звездный игрок, кстати. У нас, кстати, тут очередной квест. Это победи врага 20 раз, получишь стардроп. Ну что, погнали опять в бой. Рико. Капец, мне сейчас часто убьет. Все. Так, тихо. Я Розу убил и меня убил Рико. О, и мы выиграли опять. Прикольно. Так, ну, кстати, у меня тут квест выполнился уже. Выиграл хоть 3 раза.
кстати, я скоро до конца дойду уже. Ты брал пас, видите? А сколько... А еще, кстати, осталось до конца сезона 14 дней и 23 часа. Ну, короче, 15 дней. Я как раз успею дойти до конца. Ну, у нас Фрэнк и Брок в команде. У них там тоже был Брок. Да, Макс еще и Польт. Тихо. Меня убили. А Фрэнк сидит в кустах. Капец, у нас еще это, ни одной звезды нету. Качество использую. Легко было. Блин. Капец, как там, Брок, как так-то Брока убили? Он что, мульту прям на троих запустил? Тихо. Кстати, остановил Брок с ультой. Он это хотел ультануть, но я помощью ульту остановил. Тихо. Ну все, мы уже проиграли. Сейчас кого-нибудь из нас убьют. Либо Брока, либо меня. И, наверное, убьют. А, никого. А, меня убили. Капец. Ладно, погнали. Куда можно? Давайте брубал 5 на 5. Вот этот вот. Так. Ну, не знаю, довольно-таки неплохая команда. Это Калет, Эдгар и Мэнди. А, ну еще один тут должен быть. Ну-ка, я еще забью. Быстрей. Да, я забил. Так. Тихо. О. О, тут забил. Это Фрэнк забил. Все. Очередная победа. У меня уже это 1000 очков в этом. Ну, в мастерстве. Так, стардроп. Ну, конечно же, мне падает редкий. О, мифический. Есть, что мне там? Очки силы. Ну, понятно. Ладно. Да, мне еще 2 бойца, кстати, не хватает. Вот, Кленч скоро разблокирую и Драко следующий. И все, я буду славу потом апать. Вот у меня еще нету славы. Ладно. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в комментариях. Давайте добьем нашу цель главную, а именно 2000 подписчиков на Ютубе и 20 подписчиков в Телеграме до конца лета. Вот, уже лето заканчивается, поэтому давайте до конца лета успеем добить 2000 подписчиков, ну и 20 в Телеграме. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а с вами был я, меня зовут
Леон Б200, и всем пока!